Общественная палата Российской Федерации подвела итоги очередного этапа конкурса «Дон. Дорога фронтовая». В этом конкурсе участвуют исследователи со своими работами, в которых они рассказывают о подвигах и воинском пути своих родных и близких, которые освобождали Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков. И победителями стали не только жители Ростовской области, а это город Ростов-на-Дону, Гуково, Красносулинский, Сальский район, но и представители других субъектов Российской Федерации, чьи родственники во время Великой Отечественной войны сражались здесь, на полях сражений на территории Ростовской области. Это очень важная и нужная работа всем нам. Она особенно важна в год 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Особенно важно, что все это происходит во время проведения специальной военной операции, когда наследники солдат Победы сражаются, отстаивая свободу, независимость нашей Родины и русского мира. Хочу сказать огромные слова благодарности всем исследователям за очень важную и нужную работу по сохранению исторической памяти. Конкурс продолжается, он продлится до мая, когда будут подведены окончательные итоги. Я предлагаю активно участвовать, и у вас еще есть возможность рассказать о своих родственниках, героях Великой Отечественной войны.